Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. И вот этот ролик не про Amazon, хотя тоже будет интересен. Интересен тем, кто уже с наших ребят занимается Ютубом. Многие собираются только заняться раскруткой своего канала для расширения бизнеса. И те, кто занимался SEO, вот SEO продвижением, те знают, что увеличивается трафик путем обратных ссылок, да? Обратных ссылок на сайт. Почти все знают, как проследить вот эти обратные ссылки. Есть специальные ресурсы, на которых покупаются эти обратные ссылки. Есть такое и на YouTube. Я свой канал не продвигаю, не монетизирую, нигде ничего не покупаю. Но вот кто делает это и кому интересно развитие своего канала, есть такой вот способ проверить, действительно ли вот эти ссылки обратные работают. Также можно увидеть, кто использует ваш контент. И если вам это не нравится, написать ему, чтобы он убрал со своего канала ваши ролики. Как это делается? Вот возьмем один из моих роликов. В браузерной строке вот есть вот этот вот хвостик, который, ну, идентификатор данного ролика. То же самое есть и вот здесь. Вот поделиться. И вот окончание, вот эти вот до слэша, это вот идентификатор данного ролика. Копируем его или тут, или там, где удобнее вам. Переходим в Google, вставляем в поиск, берем в кавычки и осуществляем сам поиск. И вот выходит страница 2, ну, у кого как, может там и 10 быть, смотря какой ролик. И видим, ну, вот это, например, мой канал на моем канале. И везде вот на скольких ресурсах размещена ваша работа, да, скажем так. Вот давайте вот смотрите, вот перейдем вот сюда, например, и посмотрим, где этот ролик. Вот это мой ролик, и написано: видео, в которых используется этот контент. Вот этот ролик. Вот можно здесь перейти на сам канал, это YouTube канал, вот он. Можно перейти сюда и под вашим роликом там написать, чтобы он убрал со своего канала, если вы это хотите. Если нет, то пусть остается. Я этим не занимаюсь. Пусть, если человек посчитал нужным, разместил его здесь, пусть остается. И так вот, здесь несколько видеохостингов, на которых есть. У меня на этом ролике вот больше всего понравилось вот эта ссылочка, да? Могу сейчас, вот давайте перейду при вас. Какой-то сайт. Слово время нет. Но судя по словам, это или Чехия. Скорее всего, это Чехия, насколько я понял. Чешский какой-то сайт. Вот несколько моих роликов на этом сайте. И что самое-самое такое удивительное, закрытый доступ. То есть тут или надо регистрироваться на этом сайте, чтобы можно было просмотреть эти ролики, или что-то, или по стране, по странам, да, есть определенный запрет, чтобы
Допустим, только чехи смотрели. Такое можно сделать на своем блоге, на своем сайте. Ну вот таким вот образом можно узнать, где используется ваш видеоматериал. И если вы что-то имеете против, запросто можно приостановить это. Вот и все. На этом все. Всем удачи, всем пока. С вами был Феликс.